Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Серадми ролеплей 4 серии. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации. И также напоминаю, что для моих подписчиков есть специальный промокод. Итак, пишем команду MN. Здесь листаем вниз, и 10 пункт это промокод. И вот такой вот промокод специально для моих подписчиков. При его активации вам нужно потом отыграть 7 часов, и вы получите 50 тысяч. Поэтому пользуйтесь, в принципе. Ну что ж, короче, погнали. Итак, сегодня мы поедем, получим номера на ГТРчик, в принципе. И, я думаю, можно будет ездить в казино. Пробовать испытать свою удачу, в принципе. Многие там, ну как многие, некоторые писали, типа, вот, как бы, начало, и у тебя уже ГТР. Ну, а что в этом, пацаны, плохого? Я теперь могу зато комфортно, быстро передвигаться по карте. Я думаю, это нормально. Я, кстати, его перекрасил в вот такой вот серый матовый цвет, мне он как бы больше нравится, чем желтый. Я так понял, именно ID цвета определенно нельзя сделать на машину, потому что я смотрел в тюнинге, но там нельзя так делать, короче. Поэтому сейчас мы садимся в GTR-чик, в принципе, поедем и поставим номера на него. Кто не смотрел предыдущие серии, то посмотрите, вы узнаете, откуда у меня как бы GTR. Все, заводим двигатель, включаем фары и направляемся в сторону ДПС, получается. Подождите, это, по-моему, ППС, да? Да, это ППС, и нам нужно ДПС. ДПС находится у нас, по-моему, в новом Арзамасе. Поэтому сейчас мы едем именно туда. Я все-таки надеюсь, что нам выпадут нормальные номера. Там какие-то хотя бы полублаты, либо какой-то просто прикольный, красивый номерок на ГТР нам выпадет. Потому что, ну, можно было бы задонить, конечно, и купить какой-то номер. Но я думаю, в этом нет никакого смысла. Хотя, возможно, в будущем я такое сделаю. Просто, блин, не знаю, ГТР я купил совсем недавно, и вылаживаться в него прям конкретно я особо не хочу, да и здесь нет. Вы типа описали, вот типа ГТР в начале развития, типа это типа сильно жирно там, ну грубо говоря, типа, зачем так делать, мы думали, теперь будет стрелять развиваться. Я не думаю, что вам особо будет интересно, как я работаю, хотя, ну, если вам будет интересно, как я работаю, чтобы я потестил работы, то пишите в комментариях, я этим займусь, мне как бы не трудно. И тем более я буду и так работать, потому что денег у меня всего лишь 200 тысяч. Мне не хватает на диски, ни на что мне не хватает, чтобы протюнить ГТР, мне не хватает денег, короче, поэтому будем уже работать, как бы бензин у нас есть, да, все, поехали. ДПС, сейчас получим номера. Так, все, вот мы прибыли, давайте забежим. Так, выходят люди. Так, мне нужны номера, нормальные, блин, какие-то номера. Так, получить номер, подать заявление об угоне. Получить номер, ага, вот, Nissan GTR. Кстати, вот этот Opel, надо будет его отдать кому-то. Но, наверное, это в следующей серии. Я хотел в этой серии, но его нужно еще заправить, как бы, поэтому я этим займусь в следующей серии обязательно. С вас лукасы, пацаны. Давайте, как только набирается 100 лайков, выходит новая серия, и просто поддерживайте меня, пацаны. Да, некоторым людям не нравится, что я играю на Радмире, но я думаю, блин, как бы, кто хочет, смотрит этот мир, кто не хочет, тот не смотрит. В принципе, я об этом говорил в предыдущем видео. Обязательно посмотрите. Так, вот, Nissan GTR. Выбрать. 5000, хорошо. ВСР-728. А можно как бы еще раз номерок получить? В вашей должности уже есть номер. Ну, блин, самый галимый номер, что мог только выпасть, выпал мне. ВСР-728. Номер просто ни о чем, серьезно. Блин, я думал хотя бы, ну, хоть какой-то нормальный номер выпадет, более-менее. Но, к сожалению, выпало полное дерьмо. Ну, ладно, в принципе, что делать. Поехали тогда в казик, попробуем поднять денег. Если поднимем, то возможно, поставим себе диск. А диски, которые я хочу, стоят, по-моему, 360 тысяч. То есть нам нужно поднять еще 160 тысяч. Поэтому поедем сейчас в казино, поиграем на некоторые ставочки. Блин, надо хотя бы 1050 оставить, чтобы на бензин там, на еще что-то. Потому что 200 тысяч, ну, довольно-таки малые деньги, на самом деле. Поэтому я могу их просрать полностью, понимаете? А за что-то еще жить мне придется. Ну ладно, поедем, я буду просто сам себя контролировать, чтобы не уйти просто в ноль полностью, хотя бы чтобы 1050 осталось. По-моему, казино находится в Арзамасе, если не ошибаюсь, поэтому едем туда. Так, если мне не изменяет память, казино находится вот именно здесь. Так, здесь, кстати, много машин находится у нас. Майбахи, мажоры, блин. Мажорики здесь. Ну ладно, посмотрим. Так, 987. У нас тут Rolls-Royce. Номер AMR 011. Нормально, что.
Просто нормально, заебись. Так, а куда? Стоп. А. Да я что-то туплю. Вот с этой стороны казино находится. 5000 ход. Ну ладно, чё. Хм, кстати, вот интерьер чётенький такой. Ох, какая лейба, ёпту налево. Оу, oh, е. Yeah. Так, 50 тысяч. Блин, здесь система казино, по-моему, совсем другая. Ну, такое себе, блин. А как здесь играть? Стоп. Я что-то туплю жестко. Так. Здесь можно похавать, да? Вино, виски, закуска. Давайте, если хп хотя бы помню. Закуска это. А как его поесть? Яд? Ну ладно, похер. А, во. Во-во-во, как мне, а как и мне ее хавать, если типа тут ЗЗ? А как играть? Дайс или что тут надо? Дайс. А, на данном столе еще нет запросов на игру. Хотите создать? Так, блин, мне надо хотя бы с кем-то поиграть. А, 100 тысяч. Ну, блин, давайте, не знаю, возможно, сыграем. Хотя, блин, что-то я очкую. Так, давайте. Ну, здесь какая-то система, на самом деле. Я хочу скриншот еще сделать нормально, но у меня не получается. Так. Дайс. 100 тысяч. Ну, блин, такое себе, на самом деле. Присоединиться. Фу, не хочу рисковать, блин, я думал здесь как раньше казино было просто, здесь по-другому все было. Так, ну давайте вот здесь посмотрим. 395, да не, дорого, много, у меня столько денег нет. Так, вы уже играете за другим столом, в смысле? 50 тысяч, во, вот это наше дело. Так, присоединиться. Все, давайте, так. Банк 50 тысяч. Так, 61. Я проиграл. Охуенно просто. Минус 50 тысяч, пацаны. Ой, ёб твою налево, блин. Давайте, не знаю. Выбрать тип, ставка. Кости... Профессиональные кости, блядь. Ну какая-то хуйня, короче. Ладно, ждем, пока кто-то ставку нормально сделает. Полтинник, да, обратно эта тёлка. Ну давай. Давай, короче, сыграем с ней. Брось кости. Выпало 9. Есть! Я выиграл? Есть! Заебись, фух. Хоть что-то уже, блядь, радует. Я хоть один раз уже выиграл. Чё, пацаны, играем ва-банк на 150 тысяч, я думаю. А, там троём, типа, надо играть. Блин, хотя стоп, я что-то передумал. Так, давайте я лучше с Леркой ещё сыграю на 50 тысяч. Не будем сразу рисковать сейчас. Так, бросаю кости. Мне выпало 8. Так, а ей выпадет... 4. Есть! Я в плюсе. Блин, заебись. Это реально заебись. Так. У меня уже 250 тысяч есть. Так, ну с Лерой только играть тоже такое себе на самом деле. Ждем, пока Лера ставку сделает. Не, заебись, блин, 250 тысяч уже я поднял. Так, 100 тысяч. Давайте, лёпта. 100 тысяч, так 100 тысяч. Блять, нет, я сейчас проебу. У нее 4 выпало. Ты ёпту налево. Пиздец. А ну дайс. Бля, как за этим столом поиграть? Пиздец, минус 150. Ой, минус 100 тысяч. Блин, ну на 5 тысяч играть такое себе на самом деле. Ай, блин, минус 100 тысяч. Блин, надо было... Блин, надо в банк играть, конечно, хотя бы на соточку. Так, давайте, я выбираю сам, с кем я буду играть. Фух. Так, я поставил ставку.
100 тысяч. Надеюсь, что я выиграю, блин. Вот просто надеюсь, сейчас последняя надежда. Все, сливаю 100 тысяч, все, и уходим отсюда. Потому что это пиздец. Так, 6, 8. Все, я проебал. Я просто проебал в казино все деньги, блин. Ладно, что, уходим отсюда. Ловить там больше здесь нечего. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. I said, man, I'm all